Takže tak si lidi udělali svoje pozemečky, mikropozemečky. A tady si lidi to teprve čeká všechno. Ach jo, to bude práce. Takže jasný, že ten přístroj na mytí auta můžu vyhodit. Je nám k ničemu. Stál 29 euro a teď ho můžu vyhodit. Ну мы почву так привезем вам, разровняем, вот как здесь, да? А вы уже потом цветочки сажаете. Да, траву, траву и цветы, это все. А это у нас сорняки выросли. Это сорняки, это я вижу, что сорняки. А вот там еще одна трава. Да, там уже приходите. Там еще одна трава, видите, куда. Ну, только еще только в процессе отделки, поэтому... Ну, здесь... А на маршрутку люди в какую сторону походят? На маршрутку, на автобус до места. И маршрутки откуда ходят к вам? С каких станций? От метро Ладожская, да. Ага. Я вам покажу, где это. Вику бик мог завидеть такую лодь. Ze zbytku prken, nejspíš. No, zavarím. Jsme směrem k jezeru. Tady tím směrem je Vsevološsk. Потом поворачиваете налево. Налево? Не туда прямо. Да. Ага. Так вы во Всеволожск идете. Ага. А налево. И вот через этот частный сектор, он там широкий. Ага. Тянут с фонарями. Ясно. И вот так идете и выходите прямо на шоссе на остановку Кальтина. Да. Вот вы поворачиваете. Это остановка Красная Горка. А это как бы ближе к Всеволожску. Ясно. Кальтина, я помню. И садитесь. Это 1531 автобус. Так, автобус 531, а маршрутка, по-моему, 730. Нет, 531. Маршрутка и автобус большой, они с одним номером. 105. Только там К добавляют. Да, маршрутка К, да. Так же это будет лицо. Забыл.